прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту. Все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка, любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатление какой-нибудь заметной особенности, все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом известной архитектуры с половиной фальшивых окон, один-одинешенек, торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков, круглый ли правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленную, как снег, новой церковью, рынок ли, франт ли уездный, попавший среди города, ничто не ускользало от свежего тонкого внимания, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, серый, желтевший вдали, с изюмом и мылом, мелькавший из двери овощной лавки вместе с банками высохших московских конфет. Глядел и нашедшего в стране пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в Сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник, пройди мимо, я уже и задумывался, куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату или прямо к себе домой, чтобы, посидевшись полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей. И о чем будет веден разговор у них, в то время, когда дворовая девка в манистах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали сквозь древесную зелень красные крыши и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады, и он покажется весь своей тогда, увы, вовсе не пошлую наружностью. И по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей, с звонким девическим смехом, играми и вечной красавицей, меньшою сестрицей. И черноглазы ли они, и весельчак ли он сам, или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь, да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу. Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность. Моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юность, о, моя свежесть! Пока мисс Чичиков думал и внутренно посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками Плюшкину,
Он не заметил, как въехал в середину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако же, дало заметить ему это припорядочный толчок, произведенный бревенчатую мостовою, перед которой городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепианные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и необерегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить прибольно хвостик собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях. Бревно на избах было темно и старо. Многие крыши сквозили, как решето. На иных оставался только конек кверху, да жерди по сторонам в виде ребер. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а ведра и сама не каплет, бабиться же в ней незачем, когда есть просторы в кабаке и на большой дороге, словом, где хочешь. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном. Балкончики под крышами с перилами, неизвестно для каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и почернели даже неживописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные клади хлеба, застоявшиеся, как видно, долго. Цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь и даже сбоку кустарник. Хлеб, как видно, был господский. Из-за хлебных кладей и ветхих крыш возносились и мелькали на чистом воздухе то справа, то слева, по мере того, как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой, опустевшая деревянная и каменная с желтенькими стенами, испятнанная и стрескавшаяся. Частями стал показываться господский дом и, наконец, глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась, и на место их остался пустырем огород или капустник, обнесенный низкой, местами изломанной городьбой. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два. На темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшей их краски. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решетку, и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна, свойственно, были тоже подслеповаты. На одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги. Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню, и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепеталистыми куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенной верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна. Косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители,
темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал, наконец, вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавший кольцами своими тонкие цепкие крючи, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенные между них углубления, зиявшие, как темная пасть. Оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его бежавшая узкая дорожка, обрушенные перила, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чепыжник густой щетиной, вытыкавший из-за ивы, иссохший от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы листы, под один из которых, забравшись бог весть каким образом, солнце превращало ее вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, но вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые, не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному часто бестолку труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубо ощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый ногой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности. Сделав один или два поворота, герой наш очутился, наконец, перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений, людских, амбаров, погребов, видимо, ветшавших, наполняла двор. Возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину. Ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома. Только одни главные ворота были растворены. И то потому, что въехал мужик с нагруженной телегой, покрытой рогожей, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места. В другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура, баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похоже очень на женский капот. На голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы. Только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба!» — подумал он про себя. И тут же прибавил: «Ой, нет!» «Да, конечно, баба!» — наконец сказал он, рассмотрев попристальней.
Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она посмотрела не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у ней за поясом ключам и потому что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, верно, клюшница. «Послушай, матушка, — сказал он, выходя из брички, — что барин?» «Нет дома», — прервала клюшница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом спустя минуту прибавила: «А что вам нужно?» «Есть дело». «Идите в комнаты», — сказала клюшница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукой, с большой прорехой пониже. Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивший эту дверь, он, наконец, очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов, и сюда на время нагромоздили мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном перламутной мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины. Куча исписанных мелкобумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какой-то жидкостью тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чехотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которую хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов. По стенам, навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин. Длинный пожелтевший гравюр какого-то сражения с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ним занимала пол стены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головой вниз утку. С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся, похожей на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостоин лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки. Заметней прочего высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребывание старый поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь, и взошла та же самая клюшница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее клюшник, чем клюшница.
Клюшница, по крайней мере, не бреет бороды, а этот, напротив того, брил. И казалось довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какой чистят на конюшне лошадей. Чичиков, давший вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпением, что хочет сказать ему клюшник. Клюшник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец, последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить, что же барин, у себя, что ли? Здесь хозяин, сказал клюшник. Где же, повторил Чичиков. Да что, батюшка, слепый-то, что ли? Сказал клюшник. Эх, а эти хозяин-то я. Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случалось видеть немало всякого рода людей. Даже таких, каких нам с читателем, может быть, никогда не придется увидать. Но такого он еще не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного. Оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков. Один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать. Маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши. Когда высунувшие из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательней был наряд его. Никакими средствами и стараниями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат. Рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги. Назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать. Чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его так принаряженного где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно, и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика была 1000 слишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба, зерном, мукой и просто в кладях. У кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощи или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где изготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи с кухарками позади делать свои хозяйственные запасы, и где горами белеет всякое дерево, шитое, точеное, лаженое, плетеное, бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами, без рылиц, побратимы, лукошки, мыкальники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробьи из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной березки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий?
Во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него. Но ему и этого казалось мало. Недовольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины, и все, что не попадалось ему, старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Он уже рыболов пошел на охоту», говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было вмести улицу. Случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправлялась в известную кучу. Если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь. Но если только она попадала в кучу, тогда все кончено. Он божился, что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то, или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола все, что не видел. Сургучик, лоскутик бумажки, перышко. И все это клал на бюро или на окошко. А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином. Был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло и совершалось размеренным ходом. Двигались мельницы, валильни, работали суконные фабрики, столярные станки, придильни. Везде во все входил зоркий взгляд хозяина, и как трудолюбивый паук бегал хлопотливо, но расторопно по всем концам своей хозяйственной паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум, опытностью и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать. Приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством. На встречу выходили две миловидные дочки, обе белокурые и свежие, как розы. Выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли или не рад был этому гость. В доме были открыты все окна. Антресоли были заняты квартирой учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок. Приносил всегда к обеду тетерок или уток, а иногда одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу. Потому что больше в целом доме никто ее не ел. На антресолях жила также его компатриотка, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном. Локти были в порядке, нигде никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла. Часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойней и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александра Степановна он не мог во всем положиться, да и был прав. Потому что Александра Степановна скоро убежала с штабс-ротмистром бог весть какого кавалерийского полка и обвенчалась с ним где-то наскоро в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров. По странному предубеждению, будто все военные картежники и мальчишки. Отец послал ей на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало еще пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость. Сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться. Учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу. Мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешной в похищении Александры Степановны. Сын, будучи отправлен в губернский город, с тем, чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную,
определился вместо того в полк и написал отцу уже по своем определении, прося денег на обмундировку. Весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародье шиш. Наконец, последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла. И старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод, и чем более пожирает, тем становится ненасытней. Человеческие чувства, которые без того не были в нем глубокие, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в карты, он послал ему от души свое отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагой. С каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате. Неуступчивее становился он к покупщикам, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения. Покупщики торговались и, наконец, бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек. Сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту. Мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить. К сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться, они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему. Столько же оброку должен был принести мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба, столько же поставов холста должна была наткать ткачиха. Все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха. И сам он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве. Александр Степанович как-то приезжал раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить. Видно, походная жизнь штабс-ротмистром не была так привлекательна, какой казалось до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе. Но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях. Куличий халат взял, но дочери решительно ничего не дал. С тем и уехала Александра Степановна. Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым. Должен сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться. И тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик,
утящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких темных владельцев. Дворцами глядят его белые каменные дома с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещениями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы. Всю ночь сияет убранный огнями и плошками оглашенный громом музыки сад. Полгубернии разодета и весело гуляет под деревьями. И никому не является дикой и грозящей в всем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнее и суровее, и в 20 раз грознее является через то ночное небо. И далеко трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудимый мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни. Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова. А Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышавшись о добродетели редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и редкие свойства души можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок». И потому, преобразивший таким образом речь, он сказал, что, наслышавшись об экономии его и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум. На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было. Что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков. А побрал бы тебя черт своим постением. Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах приступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее. Прошу покорно садиться. Я давненько не вижу гостей, сказал он. Или, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели при неприличные обычаи ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущением. И лошадей корми сеном. И я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная. И труба-то совсем развалилась. Начнешь топить, еще пожару наделай. «Вон оно как!» – подумал про себя Чичиков. «Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку доломать бараньего бока». «И такой скверный анекдот, что сено хоть бы клок в целом хозяйстве!» – продолжал Плюшкин. «Это и в самом деле, как прибережешь его!» Землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит. Думает, как бы в кабак. Давай, гляди, пойдешь на старости лет по миру. Мне, однако, сказывали, скромно заметил Чичиков, что у вас более 1000 душ. А кто это сказывал?
А вы, батюшки, наплевали в глаза тому, который я сказывал. Он, пересмешник, видно, хотел подшутить над вами. От баю тысяча душ. А водить-ка сосчитай, а ничего не начнешь. Последние 3 года проклятая горячка вымотала меня здоровенный куш мужиков. Скажите, и много вымотало? Воскликнул Чичиков с участием. Да, снесли многих. А позвольте узнать, сколько числом? Душ 80. Нет, не стану лгать, батюшка. Позвольте еще спросить, ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней рези? Это выше, слава богу, сказал Плюшкин. Да лих-то, что с того времени до 120 наберется. Вправду, целых 120? Воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления. Старый я, батюшка, чтобы лгать, 7-й десяткой живу, сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует. Ведь соболезнования в карман не положишь, сказал Плюшкин. Вот возле меня живет капитан, черт знает его откуда взялся. Говорит, родственник, дедушка, дедушка, и в руку целует. А как начнет заболезновать, ой, такой поднимет, что уши береги. С лица весь красный, пенник у чай насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, и театральную актрису выманил, так вот он теперь и соболезнует. Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его. И не откладывая дело далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и, наконец, спросил: «Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?» «Нет», — отвечал Чичиков довольно лукаво, — «служил по статской». «По статской», — повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал. «И ведь как же, это вам самим-то в убыток?» «Для удовольствия вашего готов и на убыток». «Ах, батюшка, ах, благодетель мой!» вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак на образец густого кофе, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматривания. «Вот утешили старика! Эх, Господи ты мой! Ах, святители вы мои!» Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и прошла, будто ее вовсе не бывало. И лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувший его в комок, стал ему возить себя по верхней губе. «Как же
С позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год берете платить за них подати, и деньги будете выдавать мне или в казну? Да мы вот как сделаем. Мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали. Да, купчая крепость, сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами. Идиоты, купчая крепость, все издержки. Приказные такие бессовестные. Прежде бывал полтиной меди отделаешься, да мешком муки. А теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь. Такое серебролюбие. Я не знаю, как никто другой не обратит на это внимание. Ну, сказал бы ему как-нибудь душеспасительное слово. Ведь словом хоть кого проймешь. Кто что ни говори, а против душеспасительного слова не устоишь. Ну, ты, я думаю, устоишь. Подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что из уважения к нему он готов принять даже издержки покупчей на свой счет. Услыша, что даже издержки покупчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служит по статской, а верно был в офицерах и волочился за актерками. При всем том он, однако же, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него или нет. Подошед к окну, постучал он пальцем в стекло и закричал: «Эй, Прошка!» Через минуту было слышно, кто-то вбежал в попыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами. Наконец дверь отворилась, и вошел Прошка, мальчик лет 13, в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же. У Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким же образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул из окошка в осеннее время, и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие скачки, какие вряд ли удастся выделать на театрах самому бойкому танцовщику. Вот посмотрите, батюшка, какая рожа, сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. Глупый, как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдет. Ну, на чего ты пришел, дурак? Скажи, чего? Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием. Поставь самовар, слышишь? Да вот возьми ключ, да отдай Мауре, чтоб пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю. Постой, куда ж ты, дурачина? Их, вот, дурачина, бес у тебя в ногах, что ли, чешется? Ты выслушай, прийти. Сухарь ты сверху чай поиспортился, так пусть соскоблит его ножом. Да крох не бросает, а снесет курятник. Смотри, ты не входи, брат, в кладовую, а не то я тебя знаешь.
березовым-то веником, чтобы для вкуса-то. Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше. Вот попробуй-ка пойти в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять, продолжал он, обратившись к Чичикову, после того, как Прошка убрался вместе со своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными. И он подумал про себя, ведь черт его знает. Может быть, он просто хвостун, как все эти мальчишки. Наврет, чтоб поговорить да напиться чаю, а потом и уедет. А потому из предосторожности и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчий поскорее, потому что в человеке не уверен, сегодня жив, а завтра и Бог весь. Чичиков изъявил готовность совершить хоть сию же минуту и потребовал только списка всем крестьянам. Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать и, точно взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, наконец, произнес... И чего-то не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили. Народ такие воры. А вот, разве не это ли он? Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке, и еще покойница делала. Продолжал Плюшкин. Мошенница-клюшница совсем было его забросила и даже не закуприла каналья. Козявки и всякая дрянь была напичкались туда, но я весь сорт-то повынул, и теперь вот чистенькая. Я вам налью рюмочку. Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил, и ел. «Пили уже и ели?» — сказал Плюшкин. «Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь. Он не ест, а сыт. А как эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми, вот капитан приедет. Дядюшка говорит, дай что-нибудь поесть. А я ему такой же дядюшка, как он не дедушка. У себя дома есть вернее, вот он и шатается. Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев. Как же, я как знал, всех их списал на особую бумажку, чтоб при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть. Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчил своего гостя такой пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие. И Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий, доезжай, не доедешь. Всех было 120 слишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город. В город? Да как же? А дом-то оставить? И у меня народ или вор, или мошенник, в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить. Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?
И кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшка, как не иметь, имею! Вскричал он. Ведь знаком сам председатель, езжал даже старые годы ко мне. Как не знать? Однокорыжниками были, вместе по заборам лазили, как незнакомый. Уж такой знакомый, так уже не к нему ли написать? И, конечно, к нему. Как же, уж такой знакомый, в школе были приятели. И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч. Выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства. Явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бареньем руки. Появление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность стихии. Так и лицо Плюшкина, вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством, стало еще бесчувственней и еще пошлее. «Лежала на столе четверка чистой бумаги», — сказал он, — «да не знаю, куда запропастилась. Люди у меня такие негодные». Тут стал он заглядывать и под стол, и на стол, шарил везде и, наконец, закричал: «Мавра! А Мавра!» На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор. «Куда ты дела, разбойница, бумагу?» «Ей-богу, барин, не видывала. Опришь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку». «А вот я по глазам вижу, что подтибрила». «Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне прок с ней никакого, я грамоты не знаю». «Врешь, ты снесла Пономаренку, он маракует, так ты ему и снесла». «Да Пономаренок, если ж захочет, так достанется его бумаги, не видал он вашего лоскутка». «Вот погоди-ка, на страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками, вот посмотришь, как припекут». «Да за что ж припекут, коли я не брала и в руки четверки? Уж скорее другой, какой бабе и слабостью, а в Ростов меня никто не попрекал». «А вот черти тебя и припекут, скажут, а вот тебе мошенница за то, что барин-то обманывала, да горячими тебя и припекут». «А я скажу, не за что, ей-богу, не за что, не брала я. Да вон она лежит на столе, всегда понапрасненной попрекаете». Плюшкин увидел точно четверку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес: «Эй, что ж ты расходилась так? Какие занозистые! И скажи только одно слово, она уже в ответ десяток. Пойди-ка, принеси огоньку запечатать письмо. Или стой, ты схватишь сальную свечу. Сало дело топкое, сгорит, да и нет, только убыток, а ты принеси ко мне лучинку». Мавра ушла, а Плюшкин, севший в кресло и взявший в руки перо, долго еще ворочил на все стороны четверку, придумывая, нельзя ли отделить от нее еще осьмушку. Но, наконец, убедился, что никак нельзя. Всунул перо в чернильницу с какой-то заплесневевшей жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая раскакивалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется многое,
чистого пробела. И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек. Мог так измениться. И похоже это на правду. Все похоже на правду. Все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собой все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее, на могиле напишется: здесь погребен человек, но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости. А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, сказал Плюшкин, складывая письмо, которому бы понадобились беглые души? А у вас есть и беглые? Быстро спросил Чичиков, очнувшись. В том-то и дело, что есть. Я делал выправки, говорит, будто и след простыл. Но ведь он человек военный, мастер притоптывает шпорой, а если похлопотать по судам вы... А сколько их будет числом? До десятков, до семи тоже наберется. Нет. Ей-богу так. Эти у меня что год, то бегают. Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня и самому есть нечего. А уж я бы за них что ни дай взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то, отыщись только десяток, так вот уж у него славная деньга, ведь ревизская душа стоит в 500 рублях. «Нет, этого мы приятелей понюхать не дадим», — сказал про себя Чичиков и потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более, ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана да уходить подалее. Но что, если он уж действительно так стиснутся, то, будучи подвигнут участием, он готов дать... Ну, что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить. «А сколько вы дали?» — спросил Плюшкин и сам ожидовел. Руки его задрожали, как ртуть. «Я бы дал по 25 копеек за душу». «А как вы покупаете, на чистые?» «Да, сейчас деньги». И только, батюшка, ради нищеты-то моей уж дали бы по 40 копеек. Почтеннейший, сказал Чичиков, не только по 40 копеек, по 500 рублей заплатил бы, с удовольствием заплатил бы, потому что вижу, почтенный добрый старик терпит по причине собственного добродушия. «Ай, ей-богу так, ей-богу правда!» сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. «Все от добродушия!» «Но, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему и не дать бы мне по 500 рублей за душу, но состояния нет?» По 5 копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась таким образом в 30 копеек. Ну, батюшка, воля ваша, хоть по 2 копейки пристегните. По 2 копеечки пристегну, извольте. Скольких у вас, вы, кажется, говорили, 70?
Нет, всего наберется 78. 78, 78 по 30 копеек за душу, это будет... Здесь герой наш одну секунду не более подумал и сказал вдруг, это будет 24 рубля 96 копеек. Он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такой же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедший к бюро, он переглядел их еще раз и уложил тоже чрезвычайно осторожно в один из ящиков, где верно им суждено быть погребенными до тех пор, пока мист отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого. К неописанной радости зятя и дочери, а может быть и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресло и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить. «А что, вы собираетесь ехать?» — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок. Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем было мешкать. «Да, мне пора», — произнес он, взявшись за шляпу. «А Чику?» «Нет уж, Чику пусть лучше когда-нибудь в другое время». «Как же? А я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник за чаю, напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка, не нужно самовара. Сухарь отнеси Мавре, слышишь? Пусть его положит на то же место. Или нет, подай его сюда, я уже снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благословит вас Бог. А письмо-то председателю вы отдайте, да. Пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же, были с ним однокорытниками». Засим это странное явление, этот съежившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые с тем, чтобы осмотреть на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок на место чугунной доски. После того заглянул в кухню, где под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся припорядочно щей с кашей и, выбронивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы ему возблагодарить гостя за такое в самом деле беспримерное великодушие. «Я ему подарю, — подумал он про себя, — карманные часы. Они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь там паковые или бронзовые. Немножко поиспорчены, да и то себе переправить. Он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Или нет, — прибавил он после некоторого размышления, — лучше я оставлю их ему после моей смерти в духовной, чтобы вспоминал обо мне». Но герой нашей без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок.
В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего 200 слишком человек. Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкино, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой прибыточный никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно. Посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе. И, наконец, затянул какую-то песню до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал, и потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешались совершенно, и, казалось, самые предметы перемешались тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет. Усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно, сделавши прогулку за город, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания. «Врешь, пьяница, я никогда не позволяла ему такого грубиянства! Или ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!» Словом, те слова, которые вдруг обдадут как варом какого-нибудь замечтавшегося 20-летнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его. Он в небесах и к Шиллеру заехал в гости. И вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова. И видит он, что вновь очутился на земле, и даже на сенной площади, и даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь. Наконец бричка, сделавший порядочный скачок, опустилась как будто в яму в ворота гостиницы. И Чичиков был встречен Петрушкой, который одной рукой придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другой стал помогать ему влезать из брички. Половой тоже выбежал со свечой в руке и с салфеткой на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно. По крайней мере, они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась. «Долго изволили погулять», — сказал Половой, освещая лестницу. «Да», — сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. «Ну, а ты что?» «Слава Богу», — отвечал Половой, кланясь. «Вчера приехал поручик какой-то военный, занял 16-й номер». «Поручик? Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади». «Хорошо, хорошо, веди себя и вперед, хорошо», — сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: «Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер». «Да я их отпирал», — сказал Петрушка, да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уже не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость.
потребовавши самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул. Сильно, крепко заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.